Доброе утро, Эльдарик. Ален, доброе утро. Ой, как хорошо дома просыпаться, да? Вот это что мне не хватало в больнице? Там в 7 утра все подъем, палаты кварцуются, все встают, все куда хочешь, не хочешь, вставай, иди. Здесь спишь сколько хочешь. Да, красота, тишина. Да, Томас, только ты тут ходишь, пищишь. Это, вот это ты сиганул. Да, там Сюшечка. Да, там Сюш. Иди сюда, Томас. Доброе утро, там Сюля. Нам тебя тоже не хватало, малыш. Ты хороший котик, хороший, самый лучший. Знаешь, что в больницу не пускают, не впускают котов, да? Безобразие, котов не впускают в больницу. Вообще. Да, и собак, они такие не все мягкие. Да, они такие все мягкие, так с ними хорошо, да? Да. Ай, потягушки. Ну что? Они узкие, я поставлю, и воду впускаю. Да. Все. Проснулись, позавтракали. Да, Эльдар, ты позавтракал? Да. Кучу вещей перестирали и идем. Пошли гулять. Наконец-то мы по улице ходим. Слава Богу. Слава Богу. Потому что 10 дней заперти, это просто капец. Да, Ален? Нет? Куда, Эльдар, мы идем? Эльдар, куда мы идем? Московский зоопарк! Ален, ты рада? Московский зоопарк! Да. О, очень. Прямо счастье светится, ребенок. А еще зайди в филатскую больницу, я забыл там зубную щетку свою. Электрическую. Не мою. Ну да, твою я венчально взяла, но свои насадки на Эльдарины мои. Ну ладно, заберем сейчас. Остановились у нас привал. Решили покормить уточек. Алена решила чуть спуститься. Дальше, говорю, не надо лучше. Тут я голубей прикормила. Короче, куча, прикуча. Эльдар решил, что уточкам это слишком много. Решил сам поесть, да, Эльдар? Горбушечку. Вкусненько. Сейчас мы еще там утям покидаем. Скучала по моей девочке сладенькой. Ай, ко мне поближе пришли? Кидай ей, смотри, Эльдарик, вон как близко уточка. Кидай ей кусочек. Опля, ну, голубь был провернее. Туда. Вот, молодец. Да. Реально едет. Не надо его трогать. Да, Яна едет, видишь? Да, я вижу, Эльдар. Отойди в сторонку. Выбирай, куда садиться. Идем, сейчас зайдем в филатскую больницу. Там забыл электрическую зубную щетку. Не хочу покупать. А впереди Сталинская высотка, одна из 8 в Москве. Я иногда, когда иду по каким-то центральным улицам Москвы, чувствую себя, как будто я в каком-то фильме нахожусь. Как будто я перенеслась из дома в какое-то кино. Так интересно. Мне очень нравится Москва. Это, мне кажется, самый красивый город. Перерыв на обед. Мы еще не дошли на зоопарк, уже проголодались. Как слабые, да? Зашли в Додо Пицца, говорили, что не купили пиццу. О, там раскладка, Эльдар. Классно. Короче, будем сейчас детям заказать на перроне себе кофе. Ух ты, какая раскладка. Покажешь нам, Эльдар? Да. О, какая классная. Супер. Собери коллекцию Додо чего? Стикеров? Ясно. А почему так называется Додо Пицца? Потому что исчезающий вид? Как пицца Додо? Только съел, но уже исчезла. Только показал выдерший вид, да. Типа съел пиццу и все. И она выдерла. Или съешь нашу пиццу и будешь как пицца Додо. Тебя никто не вспомнит. Вот и наш заказик. Пепперони. Двойной пепперони, сказали, не было. Что это, тарелка горячая тут? Вот мой кофеек. Ну, как-то я не очень верю, что кофеек тут хороший. Ну, какой есть. А, кайфусики. Ты доволен, Эльдар? Да. Сейчас доволен-доволен, а есть не будет. А ты довольна, Алена?
Стой, Лярик, подожди. А это высотка на Кудринской, которую мы видели издалека. Красотища, конечно. Так, давай мне руку. Вот здесь давай пройдем, где он еще не полил. Вернее, где он уже полил. Вот у нас впереди курс на мороженое. А потом мы пойдем вот туда, в зоопарк. Вон он, вход. Но сначала мороженое. А то пиццы детки не наелись. О, ну и вот мы наконец пришли. Ну, Ильдар, это же не настоящий зверь. Это так? Муляжи? А, нет, спасибо. Я просто снимаю тут все. Интересно. Нет, спасибо. Пойдем, Ильдарик. Мы, короче, тут были последний раз. В 2019 году осенью. Было холодно, капец. Все было, снег какой-то шел. Мокрый. Никого тут не было народу. Все звери были замерзшие, уставшие. Я еще вечером пришла, когда уже под самое закрытие. И впечатлений у нас, короче, никаких положительных. А что ты хочешь посмотреть? Ой, оса это или кто? Вот. А сейчас совсем другое дело. Народу дофига. Да. Розовые фламинго. Не фламинго, а фламинго. Вон они там вдалеке, видишь, налево. Сейчас мы поближе подойдем, посмотрим с тобой. Вау! Ой, осторожно. Простите. Чанчик между собой. Ага. Иди поближе, Ален. Белые фламинго. Да, белые. Они будут есть много свеклы, будут розовые. А что, у них оперение зависит от еды. Она спит. Наелась и спит, да, Ильдарик? Да, вон какой он большой. Ой, такая прелесть. Он как вообще, как игрушечка. Вон она, вижу, да. Ням-ням. Такая классная. Вкусняшка. Нямба, да. Опа! Вот эта веточка мне нравится. А, нет, вот это получше. Опа! О, тут и второй проснулся. Отличненько. Что тут происходит? Чух-чух-чух. О, наконец-то! Да. О, поспали, можно и поесть. Какая прелесть, я не могу. Опа, опа, такая плюшечка. Да, плюшечка, да. Игрушечка. Да, плюшечка, игрушечка. Да, такой милаш. А, да, чух-чух-чух. Вот он лежит, бедный. Когда больше лежит, была какая-то прям большая такая поляна, на ней зебры были, три штуки, и жираф. Но это не эта из поляна, потому что там была зеленая. В окружении деревьев. Надо сейчас туполяд найти. Красавчик. Что-то мне так жалко, его на такой местности маленькой лежит. Но вообще такой большой, такой вообще величественный красавчик. Да, прочитай пока, Ален, ты найдешь, где он, как он называется? Не хочу. А вон, смотри, ему корм кидает дядя. О, какой красавчик тоже. Все-таки как природа стала красив таких. Кайфует лежит. Нет, малыш, это не кабан. Я думаю, это топир. Что-то тут не написано, что это. Лежит и кайфует. Кайф. Это родной топир, он живет в Южной Америке. А, это топир, который живет в Южной Америке. Молодец, спасибо, Алена прочитала. Нравится. Это овцебык, потому что похож на быка и на овцу одновременно. Скорее, точнее, на барана, а не на овцу. Такой, чё, есть? Есть, есть, а нет? Есть, нет, а если найду? Такие классные, да, Эльдар? Они кабачок нам идут. Да, вообще обалденные. Такой, опа, опа, гляди, что делает. Вот это да. Вот это ничего себе. Зацешила клювки. Такие клювики у них интересные. Такие интересные, да, клювики у них? Они нормальные, в ногах много. Да, классно. А вон их там как много вдалеке. Боже мой, какой красавчик. И хвост у него такой. Ну что ты уже спрятался за дерево? Выходи сюда. Ай, ё-моё. Ой, прям рядом они. Гляди, как классно. Уселись сюда. И вон еще. Ах, какой красавец. И
еще один. О, просто сказка. Привет, красавчик. О, весь в шрамах боевых. Воин. Восстановлен. Нас тут немножко солёно приударило. Солнышко. Охладиться. А вот они, ламы, красавицы. А это викунья. Да, устала. Вот одна, и вот еще одна. А это не лама, это викунья. Господи, даже не знаю таких животных. Давайте поближе тебя приближу сейчас. Голову подними. Вот. А вон там, где лама, а вон лама лежит. Красавица тоже. Все, едем домой. Усталые, особенно Алена, да, Алена? Тут на зайке устала и жарко. Еще тяжело, столько много ходить. 10 дней лежала, теперь устали ходить много. Но ничего, сейчас ляжем, приедем, ляжем, отдохнем, кайфуем. Уже хорошо, прохладненько, метро. Сегодня такая жара, капец, просто вообще нереальная. Лис поехал! Значит, он был на верху. Значит, он был на верху. Да. Вагон новенький. Поезд новенький. Хорошо. Почти приехали домой. Решили тут на остановке не сидеть. Алена пошла сесть. Устала, бедное дитё. А мы решили тут в тенечке постоять. Сейчас на автобусе до дома доедем, а то все уже умаялись. Мама, ты помнишь ту тачку поехали? Время 17:30. Вот мы только-только пришли домой. По дороге зашли красные и белые. Где тут у нас эмблема есть? Нет? Нет эмблемы. Это сохранение места отдыха чистым. А это не для тех, кто квасит в природе. Мы не из таких, нам это не надо. Купила Алене. Она, короче, Алена на этапе уже, когда магазина сдула, сказала, можно я пойду домой? Иди. А Эльдар готов был еще погулять пойти. Купила. Эльдар попросил лапши. Купила 4 штуки. 2 ему, 2 Алене. И вот сейчас, например, мы не ожидали, что так долго. Я вот сейчас время, тут 17:30. А мы, ну, почти целый день провели, я ничего не приготовила, поэтому сейчас лапши поедем, салатик сделаем. Купила Орео, это Эльдар захотел мне, Алене и себе. Но он знает, хитрюга, что я Орео не люблю и не ем. Так что надеется мою порцию получить. Купила сыр голландский для бутербродов и так вот на спагетти посыпать. Купила вот такую ветчину, плавленый сыр с ветчиной Хохланд. Вот. Купила Эльдару брать с собой трубочки в садик с вареной сгущенкой. 4 штучки взяла. Но чувствую, что быстренько у нас съестся. Где четвертая? Вот она, четвертая. Купила сейчас нам соленый попить. Эльдар, подними, потому что все упало. Это низ, это верх. Вот так. Кола, давай сюда, малыш. Ничего не разбросалось. Просто надо поднять аккуратно. Ага, давай, давай. Ну, ничего страшного. Так, вот такую ветчину. О, буженина индейка очень вкусная. Я не мыла, но вся еда запакованная. Видишь, я ничего руками не беру ни до какой еды. Не надо трогать. Сейчас ты поможешь мне убрать все в холодильник. Блин, да что у меня все падает. Батон купила покушать. Давай сюда. Да все уже, не надо. Все вот так оставить. Вот еще Алене кола. Эльдар. Не надо, я сказала. Не надо. И еще купила в красном белом вот этот M&M's, стоит 39 рублей. Так везде он стоит 70, 57 по акции, а это 39. Короче, я очень люблю красное белое. Все вот это мне вышло на где-то 1000 рублей. Ну, пойдет. Я довольна покупками. Мне есть что в садик Эльдару брать. У нас хлеб есть, бутерброды. На бутербродом этот, как его, буженина. И сыр есть. Покажи меня, пожалуйста. Покажу сейчас тебя. Довольная. Вот эта Мося пришла. Еще собирался гулять. Капец. Вот сила ребенка. Вот.
И сыр для этой самой, как ее, для спагетти посыпать сверху. Все отличненько. На этой неделе, наверное, еще только курицу буду покупать, больше ничего не буду. Не тряси стол, сынок. Ну все, готова ужинать. Мне на ужин салат, пекинская капуста, помидоры и 2 бутерброда с ветчиной из индейки. Альдара лапша и тосты. Алена ужинать пока что отказалась. Ну и попозже покушает. Так, только будь аккуратен. Угу. Рокировочка. У Эльдарика бутерброды с колбаской. Тосты у меня. Ну и хорошо. Так даже лучше, да, Эльдар? Еще салатик твой нужен. И салатик, да. А у тебя лапша. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Эльдар, короче, лапшой не наелся. Попросил еще мандемс. Съел мандемс, там осталось только чуть-чуть на завтра. И Орео. Ну, Орео все только с чаем. Там еще была оранжевая губа. Хорошо, давай себе размешаю. А оранжевый нельзя все. Хорошо, чай размешай. Чай, пожалуйста, пей тоже. Приятного аппетита. Я тут валяюсь, смотрю ТикТок. Эльдар там чай попил, пришел. Эльдар, иди ко мне. Капец, я устала. Это за меня. Где там наш Эльдарик? Вот он, Эльдарик, фонарик. Мы когда приехали домой, дома был такой приятный запах ремонта. Что тут у нас скоро будут новые обои, да, Эльдар? Ку-ку, хер ногами, малыш. Это ты. Вот. Чем-то еще пахло, я забыла, Эльдар. Чем еще пахло? Краской. А, краска, это подъезд красили, да. Угу. Классно. И подъезд сейчас ступеньки. Ну, ступеньки же в подъезд. Я, короче, могу только лежать. Мы приехали, покушали. Я могу только лежать. У меня силы не осталось. Я посмотрела на том телефоне по шагам. Там где-то 1015 шагов у нас. У меня? Да, Эльдар? Ты устал? А Эльдар еще гулять собрался. Или нет, Эльдар, я так устала, капец. Что? Говорю, погода хорошая сегодня. И завтра такая же погода будет отличная. Да, Эльдар? Поедем завтра кататься на лодочке? Да. На катамаране поедем завтра кататься? Нет, с меня хватит. Да. Тогда давай на пароходике. Села на пароход, и полтора часа ты просто плывешь по Москва-реке. Едьте без меня, я за тобой поеду. А я с тобой, мама. Тут концерт. А это зрители. Зрителям нравится. Короче, приехала мама домой и пошла движуха. Алена сидела дома безвылазно 10 дней. А тут я вернулась, и мы в зоопарк съездили. И она сейчас, смотрите, идет гулять. Вот это да! Я читать вот, хочу в тишине просто. Вот это поворот. Вот что надо было, чтобы ребеночек начал дышать свежим воздухом и гулять. Мы сейчас с тобой оденемся, Эльдар. В парк мы пойдем завтра. Мы сейчас с тобой оденемся и пойдем на улицу, на этот, во двор. А зачем тогда я ухожу? Я не знаю. Просто дождусь, пока вы оденетесь. Нет, тогда иди. Тогда мы не пойдем. Ну, вообще уже, Эльдар, время 8 часов. Давай мы завтра погуляем, ладно? Нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Все, пока, Алена. Ну, я тоже. Вышли на полчаса погулять. Перед сном. Вон и луну видно. Потому что кое у кого энергии просто немерено. У меня вот сегодня по шагам вот так. Чего до сих пор не худая? Безобразие. Да, Эльдарик? Он этих сил добавляй. О, как быстро уже темнеет. Без 29 уже все, и фонари горят. И в окнах свет тоже включали. Так достаточно сумеречно на улице. Эльдар там, конечно. Вот энергия у ребенка. Обалдеть.